Шамин, Шулнов, Акулов. Сергеев, Дальбек сейчас вместе с ними на синей линии. У Локомотива Петерсон с Ткачевым и Коршковым. Осипов и Баранцев в обороне. Вот атака здесь. Акулов из-за ворот выезжает, отскакивает шайбу, приземляется на пятак. Коршков тут пытался ее подальше, наверное, все-таки выбросить. Но застряла, она попадает в ворота уже на первой минуте матча. Вот так ЦСКА открывает счет. Локомотив не сумел вывести из зоны. Дальше бросок и дальше там Максим Мамин дорабатывает эту ситуацию до гола. Отличная атака в исполнении первого ударного звена ЦСКА. Опять же, нельзя не отметить, что звено Андронова сумело в первой же смене перевести игру к воротам Паскуале.